Lucas, 63 de kilograme, Chișinău, antrenor Sergei Malafeev, clubul Chachim Boxing, de 3 victorii, 4 înfrângeri la boxul profesorist Victor Lucas. Fiodor
Да, что? Пока нет, давай, снизу, вот так вот. Не проваливайся.
Женя, ты заряжайся сильно. Иди, иди. Отойди, не заряжай. Хорошо, еще. Ручки на другой. Да. Ручки уголовы держать. Ручки уголовы, не заряжайте. Все нормально. Вот так. Хорошо, попал, еще. Вот так. Выше руки, выше руки. Да. За боки его сразу ответить. Слеза в угол, слеза в угол. Слеза в угол. Апекот, апекот, да, еще. Да, да, да. Да, 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 да. Стоп!
Domnilor, prin decizia unanimă a arbitrilor, câștigătorul această luptă este boxerul din colțul albastru, Marajil Fedor! Mulțumim!